привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня у нас будут первоапрельские игры и пранки с пушистиками. Кстати, а вы знаете, что 1 апреля день рождения у нашего канала? А вы знаете, что будет лучшим подарочком? Конечно, это ваш лайк и подписка. Вы пока ставьте, а мы начинаем. Пранк «Веселый тостер». Для пранка нам понадобится 2 кусочка тостового хлеба и сам тостер. Котики, идите кушать. Идем. Куриные подушечки? Класс! Тосты уже почти готовы, а это значит, что совсем скоро они выпрыгнут наружу. Что будем делать? Может, на улицу? Кажется, я уже наелся. Ага, и я тоже. Эй, что это такое? Похоже на тетин пранк. Пранк, говоришь? Давай тогда разыграем твою маму. Тетя Резуль, идите кушать. Сегодня очень вкусные подушечки. Ой, напугала. Тетя Резуль, я видела, что вы немножко испугались. Совсем чуть-чуть. Не ожидаешь летающего хлеба? А может, кто-то хочет попробовать тост, который получился? Не, спасибо, Анют. Тогда пранк «Веселый тостер» завершен, а мы движемся дальше. Пранк «Близнецы». Для этого пранка мы разместили зеркало в непривычном для пушистиков месте. И я буду звать их из комнаты. Первая — Рыжуля. Рыжуля, кс-кс-кс, иди кушать. Да иду я, иду. Не надо так... Ой, а что тут делает это зеркало? Анют, ты меня слышишь? Тут зеркало лежит, я не могу зайти. Ты что, даже не удивилась? Удивилась, конечно, но просто вот тут щель большая, и я сразу поняла, что что-то тут не так. Ладно, сейчас исправим этот недочет. В общем, Рыжуля там просидела минут 15, пока мы ее сами не впустили. Попробуем с малышом. Кс-кс-кс. Анют, побои бородовато еще для ужина, тебе не кажется? А вы Анюту тут не видели? Ой, извините, разрешите пройти? А вы, собственно говоря, кто? Эй, пропустите меня. Малыш! Анюта, тут какой-то кот не пускает меня. Эй, Попс, Попся! Ты звал меня? Да, иди посмотри, тут чужой кот меня в комнату не пускает. Чужой кот? Сейчас я с ним разберусь. А ну-ка иди сюда, негодяй. Что-то не видно. Малыш. Попс. О, Анюта, привет. Малыш, тут Анюта. Анют, ты тут чужого кота не видела? А то он у меня получит. Да это малыш себя в зеркале видел. Себя? Точно, малыш, ты все напутал. Что, серьезно? Ну, ты это, если реально чужой кот придет, позови меня. О, точно. Так это получается просто зеркало? Так ты вкусняшку хочешь? Конечно. Мурочка, кс-кс-кс. Я уже бегу. Ой, это что такое? Эй, а как пройти? Это новый челлендж такой. Надо перепрыгнуть через это зеркало, что ли? А там сзади ловушек нету? Нету, тут только вкусняшки. Вкусняшки, говоришь? А какие, например? Колбаска, например. Колбаска? Так бы сразу и сказала. Ого, вот это выбор. А слюнки потекли. Найдешь нужную тарелочку? Ты еще спрашиваешь. Так, в этой корм. И в этой. Откуда здесь запах идет? Секретный шпион на задании. А, вот же она. Пранк «Подводная вкусняшка». Для пранка нам понадобится емкость с водой и кусочек колбаски, помещенный на дно. Ну вот где он плавает. Нужно просто его достать. Да вижу, я вижу. Как аппетитно пахнет, даже через воду. Белка, может, ты попробуешь достать? Ладно, тогда чур она моя, иди-ка ко мне. Ой, ну что ты такая мокрая? Так, попытка номер 2. Ой, мокрая. Может, сейчас получится? Давай, Борочка, давай, цепляй. Эх, сорвалась. Лапа слишком мокрая. Борка, ты когтями, когтями. Да пытаюсь я. Что-то они под водой не работают совсем. Мам, помоги нам колбаску достать. Колбаску, говоришь? Ну-ка, Морочка, подвинься. Дай-ка посмотрю. Ага, колбаска под водой. И вы вдвоем не смогли ее достать? Да, тетя Резуль, мы уже раз 10 пробовали, но кроме мокрых лап ничего не выходит. Странно, она же совсем рядом лежит. Да, но зацепить ее из-под воды не получается. Может, у вас получится? Бру, не, я воду не люблю, уж извините. Ладно, тогда нам нужна Попся. Ух ты, колбаска сама выпрыгнула из воды. Иди-ка сюда. Эй, срочно выпрыгивай обратно, я с тобой не договорил. Крошки-макарошки, опять что ли лезть в воду? Точно, нужно выпить всю воду, тогда в тарелке останется одна колбаска. А ты уверен, что это хорошая идея? Смотри, как ее много. Ну да, и правда, столько воды мне не выпить. Может, позовешь кого-нибудь на помощь? Точно, я же хотела Попсю позвать. Попся, иди сюда, тут вкусняшка для тебя. Ага, вижу, это же колбаска, вам что, ее достать? А ты что, ее не будешь? Ну, если только кусочек. Ну, а вообще мне такой червеладик нельзя. Слушай, малыш, а вы с Муркой пробовали ее достать? А то мне кажется, что ваши лапы длиннее, чем мои. Ими запросто можно вытащить колбаску. Да пробовали мы с Мелкой, она даже когтями пыталась. О, тогда и я попробую. Хотя Мурка за своими мусы ловит, а я только ухо свое чешу. Поэтому вряд ли у меня когтями что-то получится. Ладно, тогда я сделаю колбасный поклон. Колбасный что? Поклон. Ты что, про такое не слышала, что ли? С помощью него колбаска всплывает потихоньку наверх. Прикольно. Все, проверяем. Эй, ты чего не всплыла? Забыл сказать, что один раз колбаска сама выпрыгнула из тарелки. Правда, что ли? Да, но нужно от нее отойти. Хорошо, я тогда спрячусь в дереве. А долго ждать, пока она выпрыгнет? Ну, это
было, никто не знает. Ты что там хихикаешь? Ань, это розыгрыш, что ли? Да, мы решили посмотреть, получится ли у вас достать колбаску из воды. Но, к сожалению, ни у кого из вас не получилось. Ну да, просто в тарелке воды слишком много. Правда, малыш? Ага, вот это долго, а лапы у всех короткие. А я про что и говорю. Ань, слишком сложно. Ой, ну и выдумщики вы. Давайте лучше продолжим. Челлендж «Ледяная колбаска». Для него нам понадобится противень, заполненный льдом, и кусочки колбаски в качестве награды. Я слышала слово «колбаска»? Я слышал. Что это? Это наш первоапрельский челлендж с колбаской. Ага, колбаску я уже вижу. А зачем тут столько льда? Чтобы вам было труднее искать колбаску. Кажется, я уже нашел кусочек. Эй, малыш, как у тебя так быстро получилось? Опыт. Так, теперь моя очередь найти что-нибудь вкусненькое. Тут крайне ничего нету. О, козица нашла. О, и я кусочек нашел. Эй, это зимой. Тогда возьму вот этот. Возьму вот этот. Ой, какой холодный. Ну-ка иди сюда. Эй, ты чего не цепляешься? А? И счет становится 2-1 в пользу малыша. Усложним задачку и 5 кусочков спрячем. Посмотрим, кто из котиков победит. Анют, я завидела. Вот сюда ты положила колбаску. Точно, она туда положила. Тут что-то ее не видно. Точно, сама завидела. Ладно, ты смотри там, а я попробую отсюда достать колбаску. Сынок, только аккуратней, не обморозь носик. Ну что там, ты нашел? Да нашел, только не могу зацепить. Ты лапой попробуй ее достать. Ага, сейчас. Вроде получилось. Ой, опять упала. Попробую зубами ее схватить. Нет, нужно расчистить лед лапой. О, другое дело. А еще колбаска есть? Да, тетя Рыжуль, вот тут где-то мой кусочек завалялся. А, вот ты где. Может, и ты лапой попробуй? Ага, точно. Я. Нет, лучше зубами. Мелкая, дай-ка я тебе помогу. Нужно просто наклониться и слопать его. Шучу. Сейчас я его достану. Ну вот, твой кусочек. Можешь забирать. Я его кушать не буду. Кстати, Ань, а откуда у нас столько льда? Ты что, разморозила холодильник? Нет, малыш, мы его наморозили специально для челленджа. Да, очень много получилось. Кстати, некоторые из льдинок до сих пор пахнут колбаской. Пася, запомни место, там может лежать колбаска. Что? Разве вы ее не съели? Ну, пару штук не съели. Ой, но я не участвую в вашем челлендже. До свидания. Франк, зима возвращается. Для него нам понадобится целая гора нарезанных бумажек и ничего не подозревающая Бафюша. Эй, выпустите меня. Дверь что ли заела? Привет, принцесса моя. Ой, мамочки, это что за сугробы такие? Аж дверь завалила. Это как получилось? К нам что, опять зима вернулась? Ну вот, теперь придется дорожку чистить. А то как я к своему замку проходить буду? Только этот снег совсем не холодный. Больше на бумажки похож. Но их же все равно придется убирать. О, тетя Рыжуль, тетя Рыжуль! Ой, что ты, напугала меня. Тетя Рыжуль, поможете мне эти бумажечки убрать? Зачем их убирать? Давайте лучше бумажную вечеринку устроим с ними. Бумажную вечеринку? Да прикольно. Повязали! Да, давайте. Вот такие первоапрельские пранки и игры у нас получились. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Также напишите в комментариях, что из выпуска вам понравилось больше всего. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай! А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.